Вы когда-нибудь видели, чтобы голуби ели черемуху? Я впервые такое зрелище наблюдаю. Хлеб понятно, зерно тоже понятно, но чтобы они черемуху с ветки срывали. Перепрыгивает с ветки на ветку и кормится черемухой. Удивительно. И главное, не один, а целой компанией. Ветки тонкие, гнутся, но они продолжают свою трапезу. Видимо, очень вкусная черемуха. Ребята, приятного аппетита! Люди сюда точно не доберутся, а видимо наверху самые вкусные ягодки.